Жила-была одна семья, была счастлива она. Но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми. Как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал и ничего мне не сказал. Взял свой нож и на коне он уехал в тишине. Я ждала его три дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали с собой, что ж мне жить теперь одной? Стучится кто-то в дверь, так как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой, где ты был, милый мой? На охоту я ходил, тварь я мерзкую убил. Сразу слезы на глазах, сразу дрожь пошла в руках. Ну зачем жестоко так, не пойму тебя никак. Так разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста, верной быть должна жена.